Ольга! Привет! Как тебе наш город? Ну, хорошо, Юр, красиво очень. Мы же сегодня с тобой вообще путешествуем в 6 утра. Очень красиво. Я тебе очень благодарна, признательна, что меня отвез. Такие места красивые, вообще просто ну, божественной красоты. Парки такие, Петр Первый вообще. Я прям в восторге. И утро такое хорошее, солнышко, май месяц, прям чудо. А вот в Воронеже люди, они чем-то отличаются от питерцев? Ну, какие они? Знаешь, Юр, вообще я тренирую в разных городах. И правда, люди везде очень разные. В Воронеже мне нравится, потому что очень люди душевные, открытые, позитивные и очень бодрые. Мне это очень вдохновляет. Я поэтому люблю приезжать, конечно же, сюда тренировать здесь. Ольга, а вот ходят слухи какие-то, какая-то программа жизни у тебя есть. Что это за программа? Юра, это другая история, Юра. Это Юра программа такая. Ну, Юра.